Знаменитое выражение полицейских, когда они останавливают водителя: «Предъявите документы на проверку», может уйти в историю. После того, как было решено, что водители, отправляющиеся в путь, больше не обязаны иметь при себе водительское удостоверение, депутаты выступили с другой инициативой: не предъявлять ни техпаспорта, ни ОСАГО. Проверить документы патрульные инспекторы смогут в цифровом виде, причем для этого достаточно будет только удостоверения личности или его копии. Важно знать ИДНП, отмечает Ной.МД. Такой законопроект принят парламентом, и для того, чтобы он вступил в силу, он должен быть опубликован в официальном мониторе. Вскоре полицейские не будут требовать от водителей предъявлять документы. А все потому, что после отмены обязательности ношения водительского удостоверения парламентарии хотят отменить и требование иметь техпаспорт. С таким проектом выступил депутат ПДС Дмитрий Алайба. Документы предъявлять не нужно будет, учитывая, что все данные будут храниться в госреестре водителей. Таким образом, для идентификации от водителей потребуется иметь только удостоверение личности или его копию, либо достаточно будет знать и ДНП. В 2021 году по этой статье было выписано много штрафов, которые мы хотим отменить посредством этой инициативы. Были выписаны штрафы на сумму 1,5 миллиона леев. Деньги, которые граждане не обязаны были платить, но таков был закон. В то же время полис ОСАГО будет доступен онлайн, а водители больше не будут обязаны носить документы в автомобиле. Инициатива пришлась по душе водителям. Очень хорошо, что нам не нужно носить его с собой. Вы можете забыть его дома и получить за это штраф. Вот почему я думаю, что это к лучшему. Некоторые водители жаловались, что их оштрафовали за то, что они забыли документы дома, так как хранили их в кошельках. Тем не менее, водители говорят, что будут носить при себе документы по привычке. Собственно, как и сейчас, они носят водительское удостоверение, хотя это не обязательно. Возможно, по привычке я возьму их с собой. Даже если я их забуду или потеряю, я выйду из дома, не боясь, что меня оштрафуют. Все равно буду носить документы при себе. Бывают разные ситуации, скажу я вам, но это очень хорошая инициатива. Проект был принят в окончательном чтении парламентом и должен быть опубликован в официальном вестнике. До сих пор водителям, забывшим техпаспорт, транспортного средства или полис обязательного страхования, грозил штраф в размере от 150 до 300 леев.